Ну вот завершающий акт. Я даже стер здесь мозоли. Завершающий этап марлезонского балета. Мы все-таки кладем сметану. Лук мы уже положили, много лука. Сметана жидкая очень хорошо, потому что я заметил, что у нас очень много ингредиентов и достаточно много соуса. Соуса должно быть много. Я вообще считаю, половину своего объема должен быть соус. Поэтому мы сейчас этот вот объем искусственно увеличим. Вот. На сметану все-таки я вывалю две банки. Банки облизываются. Вот. Вот она идет туда. Сметана. Сейчас я вам покажу, что получилось в результате. Ну, получится на самом деле через 2 часа. То есть сейчас у нас без 15:11. Между прочим, это все заняло готовка 1:15. Или час. Немного. То есть, господа мужчины, вы успеете все в вашей жизни. Не знаю, что там осталось, кроме готовки у вас. Вот. Ну вот у нас такая штука. Вот мы сейчас ее размешаем. Показываю вам, как много здесь есть разных ингредиентов. Как много здесь всего есть. Это все сейчас будет тушиться час. Вот. Оно станет более жидким сначала, потом, когда оно остынет, оно опять немножко загустеет. Но мы не будем сейчас класть картошечку, которую мы купили. Хотя, может, немножко положим. Обязательно сейчас, вот перед тем, как оставить его на час, мы сейчас попробуем, что получилось. Общий солевой баланс. Я не вижу, чтобы нужна была соль. Не вижу. Но я добавлю. Просто потому, что мы его мало клали. Это я немножко добавлю соли. Вот. Еще раз все это перемешиваю. Вот, перемешиваю. А оставляю на венчике. Сейчас я сделаю. На венчике. На маленьком. На самом-самом маленьком огоньке. Ну и последние несколько слов, дорогие мужчины. Вот смотрите, мы с вами поработали. Вот за нами осталось поле битвы, которое мы выбирать не будем. Мы берем это потом или вообще не уберем. Вот пусть женщина, во-первых, придя на кухню, вот смотрите, вот она идет. Сейчас. Вот она приходит, такая, чем-то так вкусно пахнет. Что-то там сделано. Боже, что это? Боже, а это муж работал. Это работа. Это работа. И вот финны, например, никогда не убирают инструменты. Не знаю, как немцы, я с немцами не работал. Не убирают инструменты. Почему? Ну, представьте, что вы работали с болгарками или с чем-то, с радиоактивным. Вот вы это все делали. Хуярили скалы, у вас менялся рельеф местности. И потом вы закончили вашу работу и бросили все это, как вот железяки дымящиеся, раскаленные мечи ваши, там, не знаю, вот инструменты. Вы это все бросили, и оно пусть полежит. Вот вы сделали дело, и пусть пыль осядет, понимаете? Пусть смыслы все осядут, пусть осядет труд, пот, вот эти все ваши матюги, вот они пусть осядут, вы придете, или не вы, и спокойненько уберете все инструменты. Это должно постоять. Вот, так что вот когда пройдет час, это еще час должно стоять. Спасибо большое.